бы, чтобы вот, может быть, вместо игры это хорошо, но выделен был час на знакомство. В течение минуты каждый бы себя презентовал. Допустим, раздали нам заранее списки, кто здесь, да, и представитель чего он. И чтобы потом шло общение, презентация каждого, чтобы мы уже потом, слушая, уже знали, кто здесь есть, да, могли... Были уже нацелены, да? Вот да. На Всем привет! Меня зовут Наталья Иордан, я российская немка. А меня зовут Борисов Павел, я тоже российский немец. Мы представляем Омскую областную молодежную общественную организацию, методический центр немцев Омской области. Мы базируемся на Ленина 14. Если у вас есть вопросы или вы интересуетесь культурой и традициями российских немцев, то обращайтесь. Herzlich willkommen! Здравствуйте, меня зовут Зулуев Роман, я представляю благотворительный фонд «Вместе». Мы занимаемся помощью финансовой, материальной, физической для нуждающихся семей, многодетных семей, матерей-одиночек, семей с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров. В данный момент мы находимся в Серебряном Бору на встрече представителей благотворительных организаций и некоммерческих организаций. Остались только самые положительные, и из недостатков только, наверное, один, что мы очень мало познакомились, про некоторых так и не удалось узнать побольше чего-то интересного, а в остальном все прекрасно. Каздар Блубу Жигдалидель битеп барат өмір құрғыр. Ахыл ғырман дүние жалыған халявләйлім, халявләйлім. Меня зовут Алтынай Жылысова, я руководитель Сибирского центра казахской культуры «Эльдер». Мы с 1989 года работаем в Омском Прииртышье. В основном, основная наша главная задача – это возрождение и пропаганда казахской культуры, языка, этноспорта. НПО вместе! Давайте руки поднимем. Супер!